Севара и Александр Набиуллин. Contemporary Dance. Танец даже круче, чем песня в моей жизни оказалась. У нас зрители даже встают, вот вам аплодируют. Они были такие красивые на танцевальном полу. Все было очень мягко, так нежно получилось. В целом и в общем танец был. Меня покорил в танце Александр. Настолько он хорошо подал свою партнершу. Михалков, он, конечно, духовно очень прям смотрел. Важно, что у вас не было желания понравиться. Это был очень мягкий суд. Вот такой аванс получился. Контемпори – это твой танец, потому что это очень, мне кажется, раскрывает тебя. Она более органична в этом танце, потому что она просто чувствует музыку и плывет. Будет, видимо, и мой изгиб некий, какие-то мои руки, которыми я всегда вот прям люблю говорить. И он же на месте, а я там начинаю искать, что, где, почему, когда, руки, ноги. В общем, вот здесь пока я потерялась. Я вижу этот танец по-своему, Севара видит это по-своему. У нас у каждого свои мысли, свои представления. Пока мы не разберемся в этом, ничего определенного у нас не будет в паре. Вот здесь очень важно найти эти точки соприкосновения все-таки, чтобы раскрыть этот танец. Севара и Александр Набиуллин. Идите сюда. Я вас поздравляю. Саша, какая глубина еще в тебе, вот
Мы все знаем, что в Севаре, по ее музыке, да, по тому, как она исполняет свои песни, мы знаем, что она очень глубокая личность. Но в тебе вот какие-то совершенно необычные, я не знаю, наверное, это вот сотрудничество с Севарой, вы просто изумительный абсолютно дуэт. Спасибо большое. Для нас самое важное — это то, что мы внутри чувствуем, а потом уже передаем. Пожалуй, вот этот номер был тем номером, ради которого, ради таких номеров, наверное, существует этот проект, как мне кажется. Потому что сейчас, вот я смотрела на вас, и мне было абсолютно все равно, Севара, вытянуты ли у вас пальцы, дотянуты ли у вас колени. Это было абсолютно неважно, потому что между вами вот был танец и был дуэт. Я хочу поблагодарить всех актрис, певиц, которые участвуют в этом проекте, за тот посыл добра, который существует, потому что мой фонд культуры детям — один из тех фондов, который, вероятнее всего, получит помощь в результате этого. Конечно, грандиозного. Конечно, да, добро. Поэтому я благодарю вас, и вот эту энергию добра вы сегодня в номере просто идеально показали. Спасибо. Я напомню нашим зрителям, что если вы хотите поддержать Севару и одновременно поддержать фонд Ильзы Лиепа и других партнеров нашего проекта, отправляйте номер 04 на короткий номер 1070. 55. Авангард Николаевич. Ребята, вам удалось быть искренними. И мы следили с замиранием дыхания, следили за тем, что между вами происходит. И это очень интересно. Вот это было здесь, сейчас. Мы включились и сопереживали вам. Вы знаете, на самом деле лучше всего, мне кажется, танцуют дети, потому что они вообще не имеют никаких комплексов, и они абсолютно счастливы в танце. Вот сегодня это было лучше, чем дети. Она действительно ребенок, но ребенок – дитя. Очень мудрый, очень все понимающий, очень сдержанный в своих эмоциях. И только там, где это возможно, она эти эмоции выплескивает. И это происходит здесь, на паркете. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я хотела просто поблагодарить Всевышнего за то, что он дает такие подарки, вот, например, этот проект. И с каждым проектом, поверьте, дорогие зрители, это действительно для нас большой подарок. Мы танцуем с чемпионами. И спасибо вам. Спасибо, Севара. Спасибо, дорогая. Спасибо, Саша. Идите к Максиму. И благодарим вас вот за такую точку в сегодняшней конкурсной программе. Севара и Александр Набиуллин. Привет, Севарочка, привет. Саша, ребята, привет. У вас очень крутой номер, и хореограф прям вообще, мне кажется, да, Максим? Я в шоке. Номер фантастический. Смотрю. Мне кажется, даже, Юля, тебе захотелось станцевать контемпорари после этого номера, да? Станцуем. Я перед их номером стояла, честно, плакала. Музыку я не слышала, ребят, правда, музыку. Правда, вы молодцы, правда. И ваш танец — это просто, ну, не то чтобы хвалят Кулика, я просто действительно готовилась к номеру и слышала их музыку, которую я до этого не слышала. Все плакали, я понял. Ты тоже? Да, конечно. Вы сегодня представили на большой высоте этот номер. Не страшно было? Мне вкусно. Мне страшно. Ты боишься высоты? Очень боюсь. Я тоже. Мне страшно было даже смотреть на то, как вас поднимали, опускали. Я когда понял, что сейчас будет, я прям нервничал. Вы представили два созвездия сегодня на паркете. А кто вы по знаку зодиака? Ой, я в эти знаки не сильно верю, но я между Стрельцом и Козерогом, а вот Саша... А я между Весами и Скорпионом. Так что мы замешаны во всех 12 знаках. То есть Козерог или Весы – это Весорог или Козесы? Козесы. Как хочешь. А Скорпион еще кто? Между чем вы там застряли? Весами. Скорпион и Весы. А ты? С Косы, да? Чего? Козерог и Водолей. И Стрелец. А, и Стрелец. Стрелок. Стрелец и Скорпион. Какая-то болезнь, стрептоскоп какой-то получается. Ну, что получат наши козесы или весороги, мы узнаем прямо сейчас. Максим Кожевников. 9. Ильза Лиепа. 10. Сергей Филин. 9. Елена Самоданова. 9. И Авангард Леонтьев. 10. 47 баллов получает Севара Александр Набиуллин. Спасибо. Да,
Но если, уважаемые телезрители, вы считаете, что все самое интересное позади, вы глубоко ошибаетесь. Я даже немножко стал заговариваться. Вы глубоко ошибаетесь, потому что сейчас я должен остановить ваше голосование. И вашу лепту вы уже, соответственно, внесли. Итак, через 10 секунд 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Голосование за участников шоу «Танцы со звездами» закрыто. И это означает, что буквально через пару минут после рекламы на телеканале «Россия» мы узнаем разрешение главной интриги сегодняшнего второго конкурсного дня нового сезона. Какие пары выбьются в лидеры, а какая пара покинет, к сожалению, этот паркет навсегда. Оставайтесь с нами.